Сегодня мы вам расскажем, сколько мы смогли заработать в Амазоне за 2 месяца. Покажем это все в цифрах, разберем выписку, которую нам дали на работе. Так, открываем документ. Здесь я борюсь с выделением. Хотел выделять по каждой строчке, но, к сожалению, не получилось. Первая строка у нас – это 166 часов. Это все часы, которые мы должны были отработать по графику нашему. Строчкой ниже идет количество смен, которые мы должны отработать. Но мы по факту их отработали, это 17 смен. Третья строчка – это количество часов, которые мы уже отработали по факту. Дальше цифра 2 – это количество урлопов, которые нам были начислены. Дальше почти 6 часов мы прогуляли, то бишь мы просто опоздали на смену. Дальше у нас идет это ночные смены, количество часов. И последняя строчка – это ставка в брутто за час работы. Зарплата в брутто составила 3208 злотых. Из них 200 злотых, почти 201 – это в ночные смены. 346 злотых за урлопы, которые мы не брали. И минус за отсутствие в часы составило 118 злотых. И всего брутто мы должны получить 3874 злотых. Зарплата в нетто высчитывается таким образом. 3874 злотых – это у нас сумма в брутто. Сумма всех вычетов составляет 832 злотых. Выплата в нетто получается 3042 злотых с копейками. 7 злотых 50 грошей – это надбавка за форму, за то, что не выдают форму. 500 злотых – это минус за общежитие. И на руки нам получается, что выдают 2550 злотых. Но вся сумма зарплаты получается 3042 злотых. Новогодняя премия в брутто составила 1500 злотых, а в нетто 1177 злотых. Получается, за ноябрь Соня получила 2350 плюс 217, получается 2567 злотых. За декабрь 2550 плюс 1177, и должна еще прийти премия за посещаемость примерно 250 злотых. Вместе с ней сумма составит 3977 злотых. Я же в свою очередь получил на 200-300 злотых меньше, потому что возраст мой больше, чем 26 лет, и ставка у меня получается ниже. 14 злотых в час я получаю нетто, а Соня, так как она моложе, чем 26 лет, то получает 16 злотых в час. Все эти суммы без премии за выполнение нормы, так как склад, по словам менеджеров, в эти месяцы норму не выполнил, либо нас обманули. Ребята, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, оставляйте комментарии, и репост приветствуется. Удачи вам, увидимся.